Еще одной традицией празднования Дня России в Славянском районе уже долгие годы является проведение в этот день чемпионата на Кубок главы муниципального образования по мотокроссу. Рекордное число участников турнира было зафиксировано в этом году. Выявить сильнейших в 7 классах съехались любители мотоспорта со всей России. На главной гонке года в Славянском районе побывали и мы. Который сзади ехал? Да. Чё, а что? Да ничего, он напрямую обогнал. Берет вот так, если мы его так прыгаем, на соединение сцепляемся. Мотокросс – занятие не для слабых духа. Это спорт для настоящих мужчин разного возраста. Славянец Алексей Стрелков в мотокроссе уже около 10 лет. Но опыт здесь, как отмечает Алексей, не залог успеха. Своим первым заездом на чемпионате 2018 года Алексей остался недоволен. Агрессивное вождение спортсменов не дало ему показать хороший результат на финише. На трассе, говорит, он бывает всякое – и столкновения, и падения, и травмы. И совершенно непонятно, почему мотолюбители вновь и вновь тянет переживать все это. Наверное, происходит такое потому, что здесь куется характер. Несмотря на то, что трасса в Славянске является достаточно простой, покорить ее оказывается не так просто. Трасса... Хоть мы ее и готовили со вчерашнего дня, весь день лили, но только тренировочный заезд прошел более-менее без пыли, а в заезде ехать вообще невозможно. То есть вот кто первый со старта выехал, он уехал просто на том, что за собой оставляет клубы пыли, ничего не видно. У Стрелковых мотокроссом увлечена вся семья. Это была детская мечта отца, которую воплотили сыновья. Вслед за Алексеем в этот спорт пришел его младший брат Данил. И даже маме пришлось близко познакомиться с этим спортом, чтобы поддерживать ребят на соревнованиях. Это вообще мужской вид спорта, я считаю, только настоящие мужчины могут заниматься таким видом спорта. И, конечно, мне как маме тяжело давался этот вид спорта, я очень переживала. Но так как, чтобы дети не ушли у нас в ненужное русло, мы решили все-таки. Это была папина мечта. Его мечта с детства, которую родители его позволить ему не могли, ну, папа постарался. Для своих детей. Мотокросс действительно прекрасно справляется с задачей занять досуг подростков. Ведь здесь не просто нужно научиться ездить. Нужно уметь ухаживать за своим железным конем, ремонтировать его. Потому на праздность у спортсменов времени не остается. Помогает стать из мальчика вырастить настоящего мужчину. Потому что у нас не так много видов спорта, которые это могут себе позволить. Спортсмены из Крыма приезжают посоревноваться на нашей трассе в День России с 2014 года. Нас вообще привлекает мотокросс. А сегодняшний день, когда открылся мост, у нас есть возможность посещать все соревнования материка, поэтому мы стараемся всеми силами приезжать к вам на соревнования, потому что у вас очень хорошая организация, в общем-то, много людей, побольше, чем, скажем, в Крыму, поэтому соревнования у вас всегда объемные, много зрителей, много спортсменов. Нас это очень привлекает. Между спортсменами Славянска и полуострова сложились хорошие отношения, но, как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Все спортсмены, все друзья, в общем-то, мы все очень хорошо общаемся. Ну, как вы знаете, на поле друзей нет. Это спорт. На трассе мы не дружим. Мы дружим в закрытом парке. С легкой завистью о наличии в Славянском районе своей школы мотоспорта говорят наши гости из Крыма. Такой официальный подход к этому делу у них только формируется. Пока в Крыму мотокросс – удел любителей, которые объединяются в небольшие клубы. Но они верят, что школа мотокросса, подобной нашей, появится в ближайшее время и у них. В Славянской школе мотоспорта на сегодняшний день занимается 30 человек. 15 из них принимали участие в прошедшем чемпионате. Четверо по результатам заездов зашли в этот день на пьедестал почета. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».